Итак, ладно, давайте закончим небольшой перерыв и вперед дальше по сюжету. Наконец-то идем по сюжету. Так, для начала я себе немного стамину восстановлю, чтобы использовать, ну, вот это. Так, ну а по сюжету как бы мы просто должны пойти отдыхать. День действительно выдался насыщенным. Мы побегали, пособирали разговорчики, прокачали отношения с персонажами. Вот Сонхи вообще на максимум. И мы можем наконец-то пойти и поспать. И готовиться, ребят, к следующему дню. У нас еще Камурочу. Думал, там что-нибудь, какая-нибудь песенка. Так. Сегодня был тяжелый день. Действительно. Может, хватит на сегодня отдохнуть? Да, незачем перенапрягаться. Кирюса. Кирюса, если хочешь встретиться с Саваширо и Эбиной, давай возьмем такси. Мы пойдем в новое подразделение клана Сэйрю. Мне покажу дорогу. Так, стоп, у нас день обновился. Оу. Так. Сайт-квестик. Ну, ой, тут разговорчик. Короче, ребят, сюжет отменяется. Ладно, я думал, нас как бы сейчас сразу сюжет бросит, и поэтому не дадут возможность какое-то время проходить сайды. Ну, ладно, давайте заключительную беседу с Сайко и Нанбой посмотрим. И сайды закроем. Так даже лучше. Пойдем и в Камурочу. Кирю-сан, я раньше ходил в это КБРН с Ичибаном. Приятное место. А девчонки вообще высший класс. Ты ведь понимаешь, что это мои конкуренты? Ой. Ну, раз ты их хвалишь, значит, место и правда хорошее. И что, туда же женщинам можно? Как интересно. А знаете что, я с вами. Ну, Сатян вряд ли с нами захочет. Так что в другой раз. Эй, если все пойдут, то и я тоже. Может, даже сама подсмотрю у них что-нибудь. Давайте тогда все отдохнем по-человечески. Не вас угощаю. Тогда за дело. Да уж. Сатян лишь бы выпить. За бесплатно. Да. Кирю Санта. О боже. Сатян, вы в кабаре устраиваете мероприятия на Рождество и Хэллоуин? А как же? Такие вечера мы получаем кучу прибыли. Да и сотрудницам нравится наряжаться по-праздничному. Ничего себе. Хотя да, костюмы — это класс. По солнцу, как я переодевался Сантой и играл с детьми. Наверное, это похожий опыт косплеерщика. О, Кирю-сан, вот бы поглядеть на тебя в костюме Санты. А фотки остались? Кто-то фотографил, но сейчас снимка уже не найти. Сейчас найдет. Да, это я. Для тебя есть задание. Да. Отыщи и пришли мне. Сонхи, ты только не говори мне, что Кумиджул разыщет эти фотки. Ребят, вы... С Сонхи лучше не шутите. Она из-под земли достанет эту фотку, все. Ну, господи, это было реально хорошо.
結構マニアックな映画やってて好きだったんだけどな。うん、私もたまに利用していたのに残念だ。前にやっていた3ヶ月連続サメ映画チャレンジは熱かった。チャレンジ精神旺盛なテンシュね。3ヶ月もやれるほどサメ映画って数あんのか？あるんだ。サメを舐めるな。すみません。多いと何見ようか迷うよね。何かおすすめとかあるの？最近だと 火星人に操られた悪いサメと地球のサメたちがニューヨークで戦うやつだな。王道だが燃える展開だった。王道ってなんだっけ？まあ多様性の時代だからな。多様すぎるぜ。この間はついにサメが海に現れる映画が公開されて話題になってたぞ。サメってなんだっけ？ Чего? ладно. Let's go. Блин, в смысле реально закрыли тут кинотеатр? То есть больше не будет той мини-игры? А мне так нравилось там. Так. Ну погнали, отдохнем с Айкутян. Вкуснотина. Обожаю, когда пенка такая густая. Ты часто здесь бываешь? Не сказала бы. Эта кофейня открылась совсем недавно. Да, мы в курсе. Так что нет, бываю я здесь нечасто. Ясно. Ну, местечко неплохое. Ага. Я узнала про него, когда мы гуляли с Ичибаном, Адачи-сан и остальными. Мы решили зайти поглазеть. Одна бы я сюда не пошла. Не люблю незнакомые места. Понимаю. Лучше ходи туда, где ты уже был, потому что там тебе точно понравится. Хотя с друзьями открываешь для себя много интересного. Если бы не ты, я бы не попробовал этот чудесный латте. Что верно, то верно. Ребята постоянно мне что-то новенькое показывают. Вот как. Был у меня друг, который тоже так делал. Он открыл мне целый новый мир. Да уж. Такие друзья здорово заполняют пробелы в жизни. Начинаешь ценить каждое мгновение. Слушай, а этот твой друг? Хотя ладно, не важно. Я с тобой согласна. Прости. Кажется, из-за меня разговор свернул куда-то не туда. Это про Нишики, если что. Ну что ты, Кирю-сан, мне нравится тебя слушать, так что рассказывай все, что захочешь. Правда? Ну тогда... Так, может как-нибудь все вместе пойти гулять? Хочешь, я расскажу о себе побольше? Ты в курсе, что я люблю загадки? О, господи, опять эти загадки. Я помню, когда я пробовал играть в японскую версию третьей Якудзы и наткнулся на квест с вопросами, там были, который был вырезан, кстати, в английской версии. По-моему, я там и перестал играть именно в японскую версию. Да. Первое. Кстати, может как-нибудь всем вместе прогуляться? Кафе, конечно, приятно посидеть. Но меня в последнее время тянет походить по городу, поговорить о том, кто где был и что повидал. Сейчас меня другое и интересует. А в таких прогулках
и свое очарование. Я слишком долго был один. Надеюсь, вы, ребята, от меня не сбежите. Да куда мы денемся? Я, кстати, тоже обожаю гулять по городу со всеми. Как-нибудь еще соберемся? О, а может, сфоткаемся вместе? Сейчас как раз модно делать селфи в красивых кафешках. Давай! Погоди, обычно фотографируются с полным стаканом латте, а я уже отпил. Ой. Ну и ладно. Это все просто условности. Улыбочка. Не шедевр, конечно, но зато будь что вспомнить. А давай почаще видеться. Будем гулять, болтать, фоткаться. Что скажешь? Да, буду только рад. Ничего себе, неплохо там прокачались. Так, а дальше с Нанбэй. У нас аж здесь. Для всех это просто мост через грязную речку, а для меня он особенный. Даже такое место навевает воспоминания. Если с ним связано что-то важное для тебя. Иногда я подолгу стою здесь и смотрю, как плывет вниз по течению мусор. Кажется, будто я вижу, как утекает время, его не остановить. Мусор будто говорит мне, чтобы я даже не думал унывать. Надо всегда смотреть вперед с надеждой. И это пройдет полезный урок, даже если его преподает мусор в реке. Да ну тебе, я ж серьезно. Я вон уже и на Гавайях побывал. Этот мост мой любимый. Стойте, недалеко отсюда мы познакомились с Ичибаном. Вот я и подумал, что надо тебя сюда сводить. Намба. Я тоже покажу тебе важное место для меня. Я это очень ценю. Господи. Хочешь тоже плыть по течению вместе с мусором? О, боже. Не, ну третий вариант это как-то... А давайте посмотрим, что будет. Хочешь тоже плыть по течению вместе с мусором? Чего? Я тебе тут душу раскрываю, а ты... Ну, ты ведь стал мудрее, глядя на... плывущий мусор. Я и подумал, может, попробуешь. Нет уж, спасибо. Не хочу я настолько сливаться с мусором. Я шучу. С тобой не поймешь, шутишь ты или нет, Кирю-сан. Но я рад, что мы подружились и теперь можем вот так друг друга подкалывать. А может, сфоткаемся вместе? Просто на память. Я так навсегда запомню этот день. Ну давай сфотографируемся. О боже, этого стоило. Спасибо. Хороший ты мужик, Кирю-сан. И ты тоже, Нанбэ. На тебя можно положиться. Ладно, ребят, это того стоило все-таки, я считаю.
Так. Ну и сразу алкаузы. Не, ну это вполне в стиле, так сказать. Снан бы вот так пошутить, это нормально. Он, так сказать, понимает эти шутки. Сурвайв. Очень хороший бар. Но до сирены. Ему как до луны. В прошлый раз я там немного перебрал. И распевал песни. Спасибо Нанби и всем остальным, кто составил мне компанию. Караоке, однако, загадочная штука. С дракой и матчем на бейсбольной площадке это даже сравнивать бесполезно. После караоке тоже чувствуешь усталость, но очень приятную. А еще интересно, как люди раскрываются, когда выбирают для исполнения ту или иную песню. Эмойце. Кстати, в тот раз, кроме меня, никто не пел. В следующий раз послушаем, кто решат исполнить другие. И, ребят, тут мы собрали все. В смысле? Я думал, я активировал ивент, а вместо этого мы вышли в лес. Привет, Нанба. О, Кирю-сан. Ну просто зашибись. Не такого ответа я ожидал. Что случилось? В общем, помнишь наш разговор? Про босса с прошлой работы, который домогается Миябитян. Конечно, и в чем дело? Этот ублюдок здесь, в Иджинчо, бьется своими подхалимами. Мне только что позвонила Миябитян. Боится, как бы я на него не нарвался. Но ведь из-за этого урода я работы лишился. И он продолжает доставать Миябитян. И что ты думаешь? Я думаю, что может это мой шанс высказать ему все. Только высказать? По-моему, у тебя уже кулаки чешутся. Погнали. Может и правда понадобится грубая сила. Просто, когда я увидел твое лицо, понял, что больше медлить нельзя. Эй, хватит уже про мое лицо. Да, ты прав. Я сам решил в это ввязаться. Мне надо снять с себя этот груз. В этот раз я не отступлю. А сколько ты выпил? По-моему, ты слегка под градусом. Короче, Кирю-сан, час расплаты пробил. Вперед, бой! Да подожди, ты сам не свой, Нанбе. Он должен быть где-то здесь. Черт возьми. Когда такого дошло? Кирю-сан, смотри в оба. Этот ублюдок где-то рядом. Тебе лучше успокоиться. А-а-а, кого я вижу? Неужели это наш старый добрый Нанба? А так повезло. Наконец-то мы встретились, говнюк. Как ты меня назвал? Ты ничего не попутал, индюк очкастый. Ты мне в ноги кланяться должен. Это еще почему? Забыл уже, что я больше не твой подчиненный?
Меня уволили к чертовой матери. Так что ты мне теперь не указ. И ты мне сейчас мешаешь. А, точно, я и забыл. Слышали, ребята? Нашего добряка Нанбу словили на кражу лекарств, когда он медбратом работал. Это давняя история. Все было не так. Это не отменяет того, что ты, секретарь, домогаешься. Урод. Это же ты добился моего волнения, так? Мы с Миябисам дружили, и тебя это жутко выбесило. Ну да, и что? В этом все дело? Ты потерял свою пшивую работенку и злишься на меня? Не только в этом. Миябитям из-за тебя лишилось места секретарши. Так и есть. Ты за нее отомстить решил? Ну давай, герой, подходи. Какого? Нанбе. Он же специально тебе подначивает. Если начнешь первым кулаками махать, друзья за него заступятся. Какой у тебя догадливый приятель. Но тебе его советы ни к чему. Да, Нанбе? Давай, ударь меня, докажи, что ты мужик. Да неужто? Признайся, что это был ты. Чего? Ты уволил меня. Самовольно. Но не по решению компании. Значит, причина вообще не в Ичибане. Он абсолютно невиновен. Полностью оправдан. Ты что вообще несешь? Кири-сан, ты понял? Ичибан тут ни при чем. Я так и знал. Нанба. Только не говори. Объясните мне кто-нибудь, о чем он вообще? А, хотя, не, насрать. Разговоры для слабаков. Пора действовать. Ну ладно, как скажешь. Да. Тут даже бить нечего. Надо цирк нарыв. Стоп, секунду, подожди. Что теперь со мной будет? С тобой, похотливый козел. Ты оставишь Миябитян в покое и вернешь ее на должность секретаря. Не своего, ясное дело. Подберешь ей самого адекватного начальника из вашей конторы. Ну я... Что, какие-то проблемы? Может, мне с другом навестить тебя еще разок? Это я могу. Не надо! Хорошо. Секретарь, так секретарь. Но только больше не бей меня. То-то же. Ты должен гордиться, что тебя такая знаменитость отметила. Все, хватит. Пойдем уже отсюда. Пока толпа не собралась. Прости меня, Кири-сан. Просто гормоны разбушевались. Ничего, бывает. Все-таки Касуге повезло с друзьями. Что? Я не догадывался. Все это время
Ты не из-за потери работы убивался. Ты расстраивался, что Касуга винит во всем себя. Ага. Ичиман считает, что меня уволили из-за него. Не переживает. Мне нужно убедить его, что дело совсем не в нем. Иначе он так и будет думать, будто сломал мне жизнь. Мне просто хотелось избавить его от этого груза. Но даже если бы это случилось из-за травли в интернете, ты бы не стал его упрекать, правда? Конечно нет, разве это честно? Он ничего плохого не сделал. Понятно. Знаешь, что? Я очень долго заставлял себя молчать. И это порядком меня вымотало. Я ведь правда любил свою работу, понимаешь? Так что после увольнения я старался не ныть в присутствии Чибана, чтобы лишний раз его волновать. А? И теперь... Я так рад. Потому что... Потому что Ичибан отличный парень. На него просто невозможно сердиться. Скажи это Сатен. Намба? Извини. Прямо камень с души упал. Намба. Может, сделаем исключение? И выпьем по-нормальному. А ты хитрый, Аскири-сан. Тогда пусть это будет напиток богов. Ага. Эй, бармен, налей нам чего получше. И желательно подешевле. Да. Ну что ж, хорошо получилось. Действительно хорошо. Кстати, а у Сатян там скоро? Ну ладно. По пути разговаривай и тыкай всякое разное. Так, кто у нас тут? Стоит квестик. Ну а потом в Камурочу. Камурочу ждет нас. Сегодня мы его зачистим. А потом, как я уже говорил, наверное, постараемся сосредоточиться на сюжете и пройти его до конца. Потом уже оставшиеся сайды у Ичибана там и так далее. Ну или перед финальной главой. Потому что, к счастью, игра всегда пишет. Финальная глава. Так. Ой, нет. Ой, нет, они тут есть. Ой. Вот чего-чего я не ожидал, и это продолжение квеста Ашура Пиппи. Это все еще с Якудзы Зеро началось. Да. Ну, ребят, готовьте, сейчас будет весело. Молодцы, у вас отлично получается, Шуря Пиппи. Чувствуете, как набираете кулипас? Давайте, давайте, еще немного. Вы постигли истинное Шура Пиппи. Как ощущение? Ваше сердце наполнились чувством благодарности. А теперь давайте помолимся.
Шура-пипи. Типа у нас-то какие-то знакомые слова. Кажется, я слышал их от последователей. Мунан, Чопан, Онаст. Или как-то так. Секты, куда попали сотни людей в Хиросиме. Эту секту основали, чтобы промывать мозги верующим. Помню, я помогал кое-кому ее уничтожить. Это был Мунан Сузуки, их бывший гуру. Пока он отбывал срок за мошенничество, его последователи захватили власть. Тогда Мунан Сузуки попросил меня помочь. Он раскаялся и сказал, что больше не хочет причинять страдания невинным людям. Но, судя по всему... Да. Тайминг субтитров есть, а если найду? Он снова принялся за старое. Этот странный старик, за которым все повторяют, никто иной, как Мунан Сузуки. Дорогие зрители, с вами был Мунан Сузуки, человек, который однажды стремительно покорил весь мир. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно расскажите об этом. Нет, стоп. И обязательно расскажите обо мне всем друзьям и близким. Он теперь ведет трансляции, чтобы привлечь новых последователей. Не понимаю, зачем он возродил секту? Снова захотел легких денег? Подробнее все разузнать. Так, ну вот, собственно, и напомнили. Вы что-то хотели? Извините, я тут видео записываю. Тогда я спрошу прямо. Вы тот самый Мунан Сузуки? Так вы обо мне слышали? Я польщен. Тронут до глубины души. Да, вы не ошиблись. Я единственный неповторимый Мунан Сузуки. Не хотите попрактиковаться в искусстве шурипипи вместе с нами? Что вы тут устроили? Опять проповедуйте учение Мунан Чопен у нас. Простите, могу я поинтересоваться, кто вы такой? Жертва прежней секты? Нет, не совсем. Значит, пришли надо мной поглумиться. Что ж, я вас огорчу, но у меня пока нет времени. Видеоролик записываю. Теперь вы заманиваете людей по сети, да? А я-то думал, вы исправились. Похоже, вы кое-что обо мне знаете, но сейчас вы ошибаетесь. Никого никуда не заманиваю. Неужели? А по-моему, ну все это выглядит крайне подозрительно. Я не могу просто стоять и смотреть, как вы обманом завлекаете людей в секту. Что ж, я привык, что меня называют мошенником. Вы просто не понимаете, но я вас не виню. Можете не сомневаться, я больше никому не причиню вреда. Ага, все так говорят. Мунан, ты чего? Мы хотим еще попрактиковаться, Шура-пипи. Мунан, смотри. Я так больше кулипаса набираю? Видите, эти люди не адепты Мунан Чопен у нас. Они просто пришли поглазеть на интернет-сенсацию. Им здесь весело, для них я не гуру, а просто чудаковатый старик. А в чем тогда смысл ваших видео? Понимаете? Вот этот хер! Слышь, шизоид, ты реально думаешь, что твои гуру-видосы выстрелят?
Типичный хейтер. Я думал, ты в тюряге сидишь за мошенничество. О, дерьмо. Ты теперь и... Малышни мозги промываешь. Эй, ребят. Походу, вы не в курсе, сколько жизни этот шарлатан когда-то загубил. Я об этом почти ничего не знаю. Простите, я пойду. Вы знаете этих парней? Нет, но ко мне часто пристают на улице. Я ведь размещаю ролики в открытый доступ, и кто угодно может посмотреть. Видимо, они знают о моем темном прошлом и думают, что делают благое дело. Секта Мунанчо Вен Онес? Так оно называется. Я тебя спрашиваю, на кой черт ты выкладываешь ролики с этой чужью? Я понимаю, почему вы сердитесь. Но вы меня тоже поймите. Я лишь пытаюсь искупить свои грехи. Господа, не могли бы оставить меня в покое? Говорю вам, я никому не причиню вреда. Не причиняешь вреда? Сволочи вроде тебя отравляют всем жизнь одним своим существованием. В свое время из-за секты Чохан Онаст пострадало множество невинных людей. Если она снова на слуху, неудивительно, что к Мунану пристают всякие отморозки. Хочешь искупить свои грехи? Так может сдохнешь тогда? Иди вон, прыгни под поезд. Или утопись, тут же океан рядом. Хотя бы рыб накормишь. Что полезное сделаешь. Вы говорили, что к вам часто пристают. Так зачем выкладываете эти видео? Вы же привлекаете к себе лишнее внимание. Чел, не мешай, а? Мы с ним еще не закончили. Давай, ноги в руки, иду отсюда. Понимаете, во всех роликах я рассказываю о методах, которые ты менял, пока руководил сектой. Я подумал, что людям это может быть полезно. В чем тут польза? Практика Шора Пипи основана на подавлении. Когда мы видим, как группа людей выполняет одни и те же действия, у нас возникает неосязаемое желание к ним присоединиться. В итоге человек перестает мыслить самостоятельно, и его за это... Чем больше у последователей кулипаса, тем сильнее его интерес. Это что-то вроде десятины, за счет которой крупные секты зарабатывают состояние. В роликах я объясняю, как все это устроено, чтобы те, кто решат организовать секту, больше не могли обманывать невинных людей. Зрители даже благодарят меня в комментариях. Они пишут, что я помог им разоблачить аферистов. Да ты просто бывший зэк и хвастаешься своими подвигами ради просмотров. Ты думаешь, тебе это сойдет с рук? Видеоролики почти не приносят мне деньги. Все заработанное я даю группе поддержки пострадавшим. Это мой путь покаяния. Теперь понятно, чем вы все это время занимались. Мужик, ты чё, кукухой поехал? Старик-мошенник. Он все эти байки на ходу выдумывает, а ты ему веришь, как дебил. Он опасен для людей. Его надо как следует отпинать, чтобы мозги на место встали. Можешь сколько угодно выливать свою желчь, но я верю Мунан Сузуки. Твою мать! Отпусти меня, придурок! Извинись перед этим господином и верни ему штатив. Раз ты играешь в борца за справедливость, научись вести себя подобающе. Быстро же этот подонок промыл тебе мозги. С годами он не растерял хватку. Как можно верить всяким психам? Меня от вас обоих блевать тянет. Почему это так знакомо? А, потому что я тоже такие комментарии получал в свою сторону миллионы
маленькую тележку. Хотя почему получал? До сих пор получаю. Я, конечно, не сектой занимаюсь, но... Обидно. Кстати, они что-то 40-го уровня. Нэнси, режь. Ну и все. Ну слушайте, а мы 2 ляма, почти 3 подняли. Нормально. И вернули даже свои деньги. Извините, вы случайно не Кирю-сен? Мы с вами познакомились в Ономичи, помните? И вместе ли уничтожили секту? Простите, что не узнал вас сразу. Вы с тех пор сильно изменились. Вы меня с кем-то путаете. Меня не так зовут. Правда? Ну тогда я не понимаю. Что не понимаете? Когда я сказал, что хочу искупить свои грехи, вы мне поверили, хотя на то не было причин. Другой человек решил бы, что я вру. Нет, вполне обоснованно, ведь я сидел за мошенничество. Только Кирю-сан смог бы поверить мне на слово. Тогда в Хиросиме вы не только помогли мне уничтожить секту, но и наставили на путь истины. Я многим обязан вам. Кирю-сан, вы ведь помните, что сказали мне перед нашей разлукой? Прошу прощения, Муна Сузуки-сан, но вы обознались. Мне пора идти. Постойте, Кирю-сан, это ведь правда вы? Удивительно, что мы встретились именно здесь. Это просто чудо. Что вы думаете обо мне? Как считаете, я смогу заслужить прощение? Если за нами действительно кто-то наблюдает сверху... Уверен, он бы простил человека, который изо всех сил старается искупить свои грехи. Все-таки это вы, Кирю-сан. Перед тем, как наши пути разошлись в прошлый раз, вы сказали мне в точности то же самое. Простите, Мунан Сузуки. Больше я ничем не могу помочь вам. Удачи. Прикольно. Да. Ну все.
Квест с Шура Пипи вроде закрыт. Вообще, это квестовая цепочка, учитывая, сколько игр это продолжалось. А, кстати, ман, точно. Спасибо. Не, ну это было реально неожиданно и очень приятно. Стоять. Блин, а что-то оружие реально неплохое. Так. Тут точно больше ничего не осталось? Ага. Ну, ребят, как вы видите, тут еще что-то должно быть. Тут как бы 4, тут еще 10. Так что мы с Йокохамой, по идее, еще не закончили. Но сейчас это недоступно. Пошли домой. Домой в наш старый добрый Камуроча. Кстати. О, ребят. Один квест. Два. Три. Понятно, короче. Вот на этой неделе сюжета не будет. Ворота улицы Тенкачи. Можно сказать, что это символ города. Да, действительно. Когда я прохожу через них, мне всегда кажется, что я отправляюсь на какую-то тяжелую битву. Или наоборот, возвращаясь с ней. Наверное, дело в том, что эти врата так или иначе связаны со всеми важными событиями в моей жизни. Интересно, какое есть... испытание будет ждать меня, когда я в следующий раз пройду сквозь эти ворота. Сбор воспоминаний. Так, окей. Когда-то здесь находился офис семьи Казама. Я уже давно здесь не бывал. Чинтару Казама, единственный, кого я могу назвать отцом. Он казался мне очень зрелым и мудрым человеком. А теперь я и сам того же возраста, что и он тогда. Как быстро пролетело время. Да уж, ребят. Интересно, стал ли я для кого-то примером для подражания? Каким он был для меня? Для многих. Хотя, думаю, думать об этом уже поздно. Да. О, офис Акиямы. Обычный пустырь за баром сирены. В нем нет ничего особенного. А, нет. Не про Акиаму вспомнил. Правда, я почему-то всегда попадаю здесь, в разные передряги. А, точно, тут же был тот самый момент еще. Тут случались и небольшие стычки, и крупные битвы с десятками людей. Но я не понимаю, почему все они проходили именно здесь. Наверное, это просто идеальное место для драк. А может, для хулиганов это вроде обряда посвящения. Каждый должен хоть раз помахаться кулаками на пустыре за сиреной. Нам некогда спасать людей. Бар сирены.
Точнее, Нью-Сирена. Единственное место в городе, где мне по-настоящему спокойно. Сейчас им управляет его хозяйка, не Дата-сан, но... Раньше хозяйкой была Рейна. А еще здесь работала Юми. Мы с нищики сюда часто заходили. Хотя у нас совсем не было денег. Эх. Мы просто сидели здесь и болтали. Обо всем часами напролет. Я думал, что так будет всегда. Но теперь из нас двоих живых остался я один. Вряд ли я когда-нибудь привыкну к такому одиночеству. Было бы здорово снова зайти в Сирену и выпить чего-нибудь, ни о чем не переживая. Да уж. Ау. Звездная пыль. Сколько же лет прошло? В какой-то момент этот клуб прибрали к рукам мафия Джингвон. Но похоже, Казуки и Ньюя, хозяин и управляющий, приложили все усилия, чтобы вернуть ему титул лучшего хост-клуба Камуроча. Для честных людей этот район суровое место, а им удалось тут не только выжить, но и добиться успеха. За это я их очень уважаю. Помню, при первой встрече Юя сразу же на меня набросился. Да, помню. Оказалось, он спутал меня с другим якудзе, который помогал у клуба деньги за защиту. Скорее всего, они смогли преуспеть лишь благодаря своему сильному характеру. Казуки, Юя. Это непростая задача. Но не останавливайтесь на достигнутом. Вы должны стать лучшими не только в Камурочу, но и во всей Японии. А если я к тому времени буду жив, то отправлю вам огромные букеты в качестве поздравления. Анонимно, разумеется. Да. Так. Оу, какая музыка! Серьезно? Первый якудзе? Жесть. Матвей, да? Новая действительно. Угрюмый хвост. Да, классику врубили. Да, тоже место. Наполненное многими воспоминаниями. Кафе Альпы. Это заведение работает уже много лет. Его открыли еще до финансового пузыря. Раньше я мог часами сидеть здесь с чашкой кофе. Если честно, я обожаю это место. Помнится, порой тут бывало довольно опасно. А еще я проходил в этом кафе свое первое профессиональное обучение. Мне довелось работать в агентстве недвижимости Тачибана. О, да.
И моим наставником был человек по имени Ода. Именно здесь он преподал мне основы делового общения. Но он мне никогда не нравился. Тот еще козел. Хотя благодаря ему я до сих пор помню, как правильно обмениваться визитками. Да, действительно. Впрочем, мне этот навык так особо и не пригодился. И как сорить деньгами, да? Матвей, да-да, именно тут это было. Именно тут. Я сначала пройдусь по воспоминаниям, а потом уже по сайдам. Не понимаю, зачем строить здесь такой большой полицейский участок? Как будто оттуда за всеми следят. Полиции, я мягко говоря, не в ладах. Хотя детективы, которых я встречал, всегда были верны своим принципам и своим подходом к жизни. Они многому меня научили. Особенно Дата-сан. Наверное, навсегда останусь перед ним в долгу. Если бы не он, наверное, меня бы уже не было в живых. Странно это же. Кто мог подумать, что детектив может подружиться с бывшим якузой. Но кроме него у меня практически больше нет друзей. Да. Стоп, а Маджима? Так. Ну. Ягами тут, как бы, по идее, был. Ну да. Но чё-то как-то... да. Стоп, это точно тут? Или тут всё-таки выше? Ломбард Эдису. Тут есть все о семейных реликвий и взятых за долги, до колец, проданных в тот же день, когда их подарили хостес. В ломбарде можно найти самые разные вещицы, и у каждой из них своя история. Но почему-то для меня это всегда был именно оружейный магазин. Здесь есть и японские мечи, и даже китайская кольчуга. Конечно, это необычно, но мне нравится такое разнообразие. Соеба. Даже не знаю, что бы я делал без этого ломбарда. Да. Ирашаймасе. Так, тарелок у меня нет. Ирашаймасе. Ой, случайно купил. Так, слушайте, а вот этот гранатомет я возьму для штуки. Аригато. Морачатте ин деска? Аригато гозаймасу. Да, уверен, надо прокачать с тобой 50 уровень. О, блин, 4 очка, серьезно. Это так мало. Вообще что-то строит. Хм.
по-моему. А раньше здесь был офис семьи Аракава. Ичибан Касуга. Он сыграл очень важную роль в распуске клана Тозио и Альянса Оми. И теперь я доверяю ему даже в самых сложных делах. Наверное, он первый, кому я доверил нечто настолько важное. Хе, он чертовски крут, ничего не скажешь. Такие вот дела, да. Вот это тут. Только нас внутрь, к сожалению, не пустят. Но мы нашли это место, да? Там вот сверху иероглифами написано «Детективное агентство Ягами». Так, расследование буйных и... Короче, расследование тяжелых событий. Так. Расследование кражи из магазина, поиск котиков, потерянные деньги. Ну, короче, всего и все. Ой. Там что-то написано. Да, блин. Йоу! Ну, разобрать это, конечно, сложно. Но что-то можно. Так, детективное агентство Ягами. Шлинг там маленьким шрифтом, реально очень сложно что-то увидеть. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам на второй этаж, это я понял. Ну ладно. К сожалению, да. Слишком шакальная текстура, чтобы увидеть весь текст. Там я смог разобрать только то, что больше выделено. Что, типа, не стесняйтесь обращаться к нам, если есть вопросы. А там выше что-то насчет переезда, походу. Куда пойти вниз? Ну, как минимум, как бы да, вот все тут на месте. Магазин Лемаш. Поверить не могу, что он еще не закрылся. Обычно простые люди вроде меня не ходят по таким роскошным бутикам. Но у меня с ним связаны приятные воспоминания. Однажды я купил здесь кольцо для Юми. Я раньше никогда такого не делал, поэтому жутко нервничал. Да еще и кольцо украли сразу после покупки. Мне пришлось выслеживать вора, чтобы вернуть подарок. Задачка была не из легких, но кольцо того стоило. Главное, что я смог подарить ей то, о чем она всегда мечтала. Надеюсь, ей понравилось. Да. Грустно. Зал Рюдзин. Некоторые знают это место под названием Божественный Дракон. Это салон тату-мастера Тобори. Он величайший татуировщик, настоящая легенда. Именно здесь мне сделали татуировку на спине. Я безумно волновался, когда впервые увидел ее в законченном виде. А еще это было невыносимо больно.
Я думал, что вообще не смогу больше двигаться. Надеюсь, у мастера Утабори все хорошо. Интересно, что бы он сейчас мне сказал? Достоин ли я такой татуировки? Если честно, я боюсь узнать его ответ. Да. Вот где, собственно, ему тату мы сделали. Ну, гопники, как всегда, в самом лучшем месте устроились. Ладно, ни о чем, короче. Да, блин. Ну, эти ребята крепление вызывает, отлично. Но это фигня. У нас был бой посложнее. Вчера, помните? С огромной разницей в уровне. А тут теперь все наоборот. О боже. Бедняжка. Хорош. Коварный вербовщик. Ну хорошо, что он не коварный продюсер. Готов? В смысле, я нормальный? Не коварный.
Ой. Я не хочу здесь задерживаться. На этом самом месте Харука попала в аварию. Я понимаю людей, которые говорят, что им о чем-то даже вспоминать страшно. Я тоже не хочу вспоминать тот случай. Но не могу забыть свой ужас от услышанного о том, как она закрыла с собой Харута от удара. Она всегда была сильной в детстве, а теперь стала еще сильнее, чем когда-либо. Даже сильнее меня. Вот что значит быть родителем. По-моему, это было здание местной администрации. И я провел большую часть своей жизни в этом районе. Но совершенно не помню этого здания. Было бы любопытно туда заглянуть, но, наверное, пусть это останется для меня неведомым. В конце концов, никто из работников ничего не знает обо мне, так что нет смысла их отвлекать. У них и так полно забот. Странная мысль, но это лишний раз доказывает, что мир куда больше, чем мы можем вообразить. Если вдруг будет возможность, то я обязательно зайду и посмотрю, что там внутри. Да, блин. Как ты, Кевер? Ярко. Ну ладно. Подъем этих бойцов бухи. Хорош, Нанба. Надо цирку наносить. Правильно, сюда, сюда. Ну, кстати, можно и пожрать заодно. Так, ресторан «Звезда Кьючу номер один». Раньше здесь была настолько отвратительная еда, что я постоянно удивлялся, как они не разорились. Но все это было лишь прикрытием для подпольного казино. Этого я совсем не ожидал. А теперь здесь вполне приличное раменное. Пожалуй, при большом желании всегда можно измениться. Но, может быть, их сейчас чересчур нахваливаю. Ладно, оставлю все эти мелочи в прошлом и постараюсь заглядывать сюда почаще. Эмойцы. Как ни крути, трудно найти вкусный рамен по хорошей цене. Такую возможность нельзя упускать. Ну вот, сейчас попробуем. Ирасай! いただきます。ここのとんこつラーメン、スープが濃くてうめえな。いつもはよ、塩分とか気にしちゃうんだが、ついつい飲み干しちまった。普段も大して気にしてないでしょ。ん？のんちゃんの丼の底になんか書いてない？え？あ、本当だ。何？町田萌美って書いてある。誰？知らねえよ。なんだこれ。この店は昔、
常連の名前を丼にかくっていうユニークなことをやってた時期があったらしい。今はもうなくなったようだがな。そこに書いてあるのは当時の常連の名前なんだろう。ええ、面白いことやってたんだな。壁に名前が貼られてる店は見たことあったけど、丼とはね、飲み干さねえと見えねえや。それが狙いだったんだろう。この店はスープの味が自慢だからな。 どれ、私のは。お、その日も飲み干したのか。桐生一馬。ああ。ふん。同じ名前とは偶然ってのもあるもんなんだな。いや、なわけないでしょ。神室町に桐生一馬が二人もいちゃたまんねえっすよ。通い詰めてたんですね、桐生さん。それじゃあ私の丼は 薄くて見づらいな。田中慎二。まあ、いろんな常連がいたってことなんだな。桐生さん以外誰も知らんけど。そりゃそうでしょう。昔の神室町に知り合いとかいないし。その丼の桐生一馬さんは人違いらしいけど。いや、やはりさっきのは俺だった。 え、どうしたんです急に。まあ、そう思ってましたけど。別に味の変わらねえここのラーメン食ってたらふと思い出したんだよ。いろいろな。んだ。 хороший разговор получился. ありがとうございました。 Так. О, да, я знаю, что сейчас Кирилл вспомнит. Я думаю, мы все понимаем. Шангрила. По-моему, здесь вырос Касуга. Изначально это был роскошный банный салон, только для особых клиентов. Одним из них был Синдзи. Тогда мне казалось, что он буквально одержим сексом. Но может испытывать чему-либо подобную страсть не так уж и плохо. Пока я был в тюрьме, он сильно изменился. Наверняка ему доводилось пережить много трудностей. Жаль, что его уже нет в живых. Наскосина. Было бы интересно посмотреть, кем он стал. Но теперь уже нет смысла об этом думать. Да. Но это не совсем то, о чем я думал. Я думал про знаменитый момент с Маджимой и грузовиком. Блин, а им это даже понравится. О боже. Маленькая Азия. Когда-то здесь был штаб китайской мафии. Триады Саю. Не с этими людьми был тесно связан,
Юта усами. Уж Харуки. До сих пор не верится. Хотя прошло столько лет. Хороший парень. Немного стеснительный, но всегда доводит дело до конца. Да и вообще он симпатяга. В этом ему не откажешь. Им Харука и Харуто будут счастливы. Я в этом уверен. Но если он их как-то обидит, то ему придется иметь дело с призраком. Я доверил их судьбу тебе, Юта. Не подведи меня. Понятно? Если чё, бать придет, порядок наведет. А такой батя придет даже в виде призрака. Лево. А, ну да. Да. Ну, эта надпись тут как бы давно вроде. Ну, это Russian Pub. Вверх там написано. Так что да. Russian Pub потолок. Хорошее название. Ну хотя бы не избитая перестройка или еще что-то подобное. В первом Джаджменте. По-моему, с шестой Якузой, но он там. Блин, еще жив. Хорош. Район победителей. Значит, они вот как решили его перевести. Не район чемпионов. Этот пейзаж мне никогда не надоест. Как будто внутри Камурочи развернулся целый город. Здесь полно разных баров. Не в каждом есть что-то особенное. Странно. Хоть я и часто здесь бывал. Ни в разведениях не заходил ни разу. Надо бы как-нибудь устроить поход по местным барам. Ман, в том числе. Маленькая Азия уже совсем не та, что была раньше. Она еще не скоро восстановится после предыдущего пожара. Судя по названию, раньше в Маленькой Азии жили иммигранты со всех уголков Азии. Многие из них были нелегалами, так что место считалось не особо благополучным. Ух ты ж, кого вспомнили, жесть! Но один человек изо дня в день Дэна помогал им, несмотря на то, что официально работал в полиции. Причем это его новый образ из нового ремастера. Старый, именно в первой версии Якудза 4 на PS3, он выглядел по-другому, ему актера поменяли из-за проблем. Его звали Масаши Танемура. С ним я когда-то сражался плечом к плечу. Но с тех пор мы перестали общаться. Интересно, как он сейчас поживает? Хотелось бы с ним увидеться, но встреча с бывшим Якудзе наверняка вызовет у него проблемы.
Наверное, лучше держаться от него подальше. Ребят, поднимите руки, кто в чате знает его. Кроме меня. Хотя будет обидно, если мы так и не встретимся. Вот бы найти какой-то повод связаться с ним. Должно быть, я сожалею об этой разлуке с ним. Ну да, вижу людей очень много в чате, да? А, о, Мугерико. Есть один. Yes. Как бы, если Акиям еще кто-то помнит, потому что он был еще в пятой части. А вот его, да. Только те, кто играл в четвертую часть, насколько я понял, довольно мало. Играл или видел. Здесь все расчистили. Раньше здесь собирались бездомные. Большинство местных жителей старались сюда не заходить. Вот тут было секретное место под названием Чистилище. Легендарный информатор по имени Флорист заправлял огромным развлекательным кварталом, скрытым от посторонних глаз. Порой я даже задаюсь вопросом, существовал ли этот квартал на самом деле. Чистилище всегда казалось оторванным от реальности, поэтому такой вопрос легко приходит в голову. Но мой родной район именно тем не прекрасен, что здесь возможно все. Интересно, а спин-офф про зомби они как-нибудь тут засунут, как тоже сон собаки? Ну, я про Якудзу Dead Soul. Надеюсь, что да. Мы найдем что-нибудь. Этот спин-офф, про который, скажем так, многие забыли. Sega тоже пытается сделать вид, будто его не было, но, блин, он был забавный. Как я говорил, если будем когда-то все-таки проходить третью, четвертую часть, то надо будет спин-офф обязательно тоже. Раньше здесь был огромный банный комплекс. Похоже, он закрылся. Кстати, да. Горячие источники, и на сон. Красивые и просторные заведения. И там были не только бани. Да, мини-игру, конечно, я помню. Тут было весело с тянками играть. Я очень любил играть здесь, в настольный теннис. Здесь, в самом центре Камурочи, я всегда чувствовал, будто я в отпуске, где-то далеко. Правда, снова потеть сразу после бани мне не очень нравилось. Эмоция. А вообще, вот бы сейчас ездить в настоящий отпуск. Так на Гавайях ты же был недавно. Случае засейвимся, а то, знаете, всякое бывает. Я для розы.
Ну, если сейчас Кири умрет, то будет хорошее начало. お。 Мы это еще не видели. Хорош. Да в смысле? Он же был в жопе мира, почему Кирю задели? Второй призыв уже все. Блин, блеск. Не туда. Да не туда ты. Блин.
Я заставлю этого ублюдка идти туда. Отлично. Кирю, иди, иди чуть-чуть туда. Ну, Кирю, ну двигай жопой. Хотя вроде мы ее задеваем, вроде. Так, стоп, где у нас тут вроде? Да блин. Блин, самые сложные битвы попадаются вот только в открытом мире. По сюжету у нас особо ничего сложного не было. Не, лучше хлыст используем. Ну, потому что мы тут набросаемся на врагов, которые выше нас уровня. Отлично, это просто восхитительно. Как же я рад, что это сработало. Но вы же понимаете, что на сюжете нас, скорее всего, враги 32 уровня ждут. Пока до него доберемся, там уже до 40-го доберемся. Кстати, надо классы поменять. Для разнообразия. Отлично. О, хорош нанба. Хорош. Блин, он еще жив. Мазела. Ну, короче, отлично. Хороший терминатор. Здание Кумурочу Хиллз по размерам явно не уступает башне Миллениум. Еще когда его строили, я дрался насмерть с человеком на самом верху этого здания. Оу. Его звали Люди Годы. Дракон Кансея. Он был очень силен. Не опаснее всех, кем я когда-либо раньше сражался. Честно говоря, он был настоящим чудовищем. И у меня до сих пор есть чувство, что он может вдруг появиться передо мной. Даже спустя столько лет. А вдруг Деньки Изюнку думает про меня точно так же.
Это место совершенно не изменилось. Эх. Вспомнил забавный случай, который произошел лет 10 назад. О боже. Я познакомился с человеком по имени Рикия Шимабукуро. Он был капитаном небольшой семьи Якудзы из Окинавы. И как-то раз нам пришлось притвориться парочкой, чтобы пробраться в отель для свиданий. Почему? Ладно. Это из третьей Якудзы. Я этого совсем не ожидал. Тогда мне казалось, что это полное безумие. Но сейчас я понимаю, что это было довольно весело. Спасибо тебе за все, Вики. Да. Да уж, столько всего веселого было. За 7 игр получается. Начиная с 0, заканчивая 6. Хотя там дальше 7, еще спин-офф. Бейсбольный центр Нюшиды. Мы с Онки и другими участниками отряда часто ходили на бейсбольные площадки в Окохаме. Но с этим местом ничего не сравнится. Даже сразу размяться захотелось. Может и правда помахать битой, отбивая мяч, как в старые добрые времена? Не, давай не сегодня. А. Так. А, точно, тут же есть еще крыша. Отличный удар. Хм. Бейсбольные биты напоминают мне о Маджиме-сан. Интересно, а другим офицерам клана Тозио тоже? Гору Маджима. Абсолютно безрассудный человек, который живет по собственным правилам. Он столько раз пытался меня убить, что не сосчитать. Но с другой стороны, он много раз меня спасал. Да уж, он очень странный парень. И тем не менее, он гораздо лучше меня подходит на роль босса. Если бы Маджима-сан и Касуга могли бы мне сейчас помочь, думаю, вместе мы бы смогли покорить весь мир. Ну, с Маджимой, да. Да чего ж приятный звук. Когда я думаю о бейсболе, я сразу вспоминаю одного человека. О, а вот и он. Это из пятой части. Тацу Шинаде. Однажды он даже добрался до высшей лиги. Блин, кстати, у него прикольная компания была тоже. В его жизни было столько трудностей, что это не назовешь невезением. Несмотря на это, он никогда не терял своей страсти к бейсболу. Вряд ли я смогу посвятить свою жизнь какому-то одному занятию. Поэтому я уважаю его за упорство. И даже немного завидую. Впрочем, начать ведь никогда не поздно, правда? Может, я еще успею найти свое призвание, как Чинаде. Да уж. Всех вспоминаем. Осталось только вот Якуза про зомби, серьезно.
Башня Миллениум. Сейчас это символ района, но раньше на этом месте был лишь захудалый торговый квартал. А потом здесь началась массивная застройка. Якузы яростно боролись за этот пустой клочок земли. Я побывал в эпицентре этих разборок. Интересно, а что бы сейчас сказали те якузы, увидев это место? Наверное, что-то вроде... На этом можно поднять неплохие деньги. Да. Так. Блин, а тут, походу, взять не получится. Не активирую квест. Ну ладно. Я помню это место. Мне довелось знать того, кто жил в этом пентхаусе несколько десятилетий назад. Тесу Тачибана, король недвижимости Камуроча, президент одноименного агентства. Однажды он на несколько секунд выключил электричество во всем районе, просто чтобы показать свою власть. Я навсегда запомнил, как Камурочу он на вине погрузился в кромешную тьму. Чапана был очень влиятельным человеком, но у него было всего одно заветное желание. Однако оно так и не сбылось. Так какой же была твоя жизнь, Чапана? Можно ли сказать, что она удалась? Так. Да. Фестиваль Камуроча. Это место теперь совсем не узнать. Раньше здесь был лагерь бездомных, но теперь от него ничего не осталось. Я слышал, что после исчезновения лагеря Камурочо расцвел. Хотя лично мне нравится старый Камурочо, где никто не пытался прятать мрачные стороны жизни за красивым фасадом. Так. Ну что ж, почти закончили. Потом сайды. И все. Опа! Вот оно, на дождались. Что-то за фильм. Выглядит интересно. Фильм о зомби. Да, все-таки не забыли, ребят, отлично. Что ж, сейчас это популярный жанр. Мне даже как-то раз приснился сон про зомби. В том сне Камурочу заполонили орды зомби. Район закрыли на карантин, а всех, кто остался внутри, обрекли на верную смерть. И да, ребят, там как бы основное оружие это... стрелковое оружие. У каждого было там своя специализация, 4 героя. У меня была какая-то нереальных размеров пушка, и с ней я устроил кровавую бойню. Приснится же такое. Не знаю, к чему этот сон, но он был очень ярким. Я до сих пор помню свои впечатления. А я...
Тоже помню. Как я страдал на грузоподъемнике. Может, это воспоминание из альтернативной реальности? Да нет, быть такого не может. Блин, ну теперь точно надо ее перепройти. Не, ну, блин. Вот сейчас, спустя время, она реально имеет что-то свое. Башня Миллениум. Судьбоносное место для меня. А еще я здесь. Не съел Чхёта, Сакиры, Нишикиямы. Хоть мы и не были родственниками, но я считал Нишики почти что брата. Я думал, мы с ним так всегда и будем. Никому неизвестными якудзе на побегушках у босса. Я даже не знаю, в какой момент все пошло не так. Хотя, может, так и должно было случиться. Но я до сих пор не могу понять, как так вышло. Наскосина. Тем не менее, не стоит падать духом. Нужно стараться жить дальше. И когда придет мое время, я наконец смогу с ним встретиться. Так, ну и еще одно знаменитое место. Кстати, а на башню нас пустят? Может, там на самом верху что-то есть? Бар Бантен. Я бы сейчас не отказался от выпивки, но не хочу, чтобы за меня переживали. Раньше это место называлось Бахус. Тут наливали неплохие напитки. Именно здесь я познакомился с Харукой. Она стояла одна с пистолетом в руках посреди бара, заваленного трупами. Я не ожидал ее здесь увидеть. Она была такой смелой. Тогда она просто пыталась разыскать свою маму. А теперь она сама стала мамой. Не готова рискнуть жизнью ради ребенка. С ума сойти. Чем дольше живешь на свете, тем больше удивляешься. Так, попробуем подняться. Фигушки, лифты не работают. Да, не работают. Печально. Печально. О, лифт. А, стоп, это лифты. О, есть, есть. На крышу. Отлично. Ей. Только тут, к сожалению, ничего нет. Я точно что-то видел. А, ой. Академилка. Я тазе. А, ну стоп, мы поднялись на крышу, а не того, что я хотел. Блин. Потому что я помню, что лифт, чтобы подняться на крышу, про башню, находится в другой стороне. Ну, печально тогда. Печально. ありがとうございます。
Так, и вам спасибо. Ну все. Все. Ладно, тогда думаю, на этом здесь можно остановиться, и продолжение следует. На следующем стриме разберемся с сайдами, и потом сюжет. Много сюжета будет, надеюсь.